Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор парфюмерной одушки Christian Dior Фаренгейт 32. Фаренгейт 32 в следующем году отметит 20-летний юбилей. И очень вероятно, что просуществует еще столько же. Ведь он сразу нашел и не растерял число своих поклонников. Этот интересный древесный восточный мужской парфюм уже перешел в разряд классических ароматов. Фаренгейт 32 прост по составу и невероятно интересен. Всего три ноты: верхушка цвета апельсина, сердце ветивер и база ваниль. Но аромат отнюдь не банален. Собранный в красивый парфюм, который звучит жизнерадостно, но совсем не легкомысленно. Это легкий восток, если про восточный аромат можно сказать легкий. Цветок апельсина освежает ветивером, а соприкоснувшись с ванилью дает нежный и сексуальный восток. Фаренгейт 32 – это Dior, мужской роскошный невероятный стильный. Парфюм очень хорош своей узнаваемостью. Для многих это уже аромат первого свидания, расставания, страсти и молодости. Его не перепутаешь с другим ароматом. Фаренгейт 32 – универсальный и комфортный, а кроме этого символичный. Для 32 по Фаренгейту – это пограничный уровень перехода воды в твердое агрегатное состояние. Точно так же, как в парфюме происходит противоречивые переходы этого восточного аромата от ветивера с нероли к горячей ванили. Вот такой бутылочке мы отправляем данную одушку нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!